Всем добрый день! Вы находитесь на канале «Спортивный дед». Сегодня я хочу вам рассказать о своей трансформации. Жаль, что я, когда ее начал, не начал записывать. Был я тогда 90 килограмм. Похудел я на данный момент до 76-77 килограмм. Конечно, я очень много слил мышечной массы, но ничего страшного, это был мой эксперимент. Все лето я делал кардиотренировки, отошел немного от железа, подключил тренировки опять бокса. Ну и в основном были такие тренировки не силовые. Сейчас сентябрь месяц, сейчас на данный момент мой вес 77-78 килограмм. Похудел я достаточно сильно, но до кубиков пресса так и дошло. Немножко я похудел, но вот на данный момент такая форма. Сейчас я начинаю свою трансформацию, буду набирать вес, посмотрим, что будет получаться. Буду выкладывать видео с моей трансформацией. Можете посмотреть на данный момент, что с меня вышло. 42 года, я так думаю, более-менее нормально. Ну, не шикарно, но нормально. Вот мой получается, вот мой пресс. Можете посмотреть, если что-то. Конечно, вот это место, требуху вот эту я не смог убрать. Ну, не знаю, на следующий год, думаю, получится. Все, кто знает, тестостерон в 40 лет достаточно понижен, поэтому нужно подключать кое-какие препараты и достаточно употреблять много белка. Сейчас я буду делать тренировки с железом, набирать вес, калорийность повышу и шестиразовое питание, налегать больше на сложные углеводы, так как вес нужно набирать, но более качественно. Вот что еще рассказать. Будем применять силовые тренировки, в основном базовые упражнения, и не бросать бокс. А кардиотренировки буду делать 1-2 раза в неделю всего. На данный момент сейчас покажу, вот отойду подальше и покажу мою форму. Ну вот, типа моя форма. Не знаю, как кому, я не хвастаюсь, я показываю просто что свою трансформацию. Объемы у меня достаточно ушли. Я призываю всех во всех возрастах, независимо от того, сколько ему лет, пробовать. На данный момент сегодня у нас 6 число, 6 сентября. С этого момента я буду стартовать. Через месяцок я покажу, что получилось. И каждый месяц буду выкладывать. Всем спасибо!